И, кстати, за капитальный ремонт жилья придется платить больше. С нового года взносы выросли на 7,5%. Повышение тарифов связано с инфляцией и ростом цен на стройматериалы. Теперь жители трехэтажек будут платить 4 рубля 62 копейки за 1 квадратный метр жилья. Владельцы квартир в пятиэтажках – 5,86. А тем, кто живет в домах, в которых больше 6 этажей – 7 рублей 42 копейки за квадрат. Стоит отметить, что плата за капремонт будет расти и в 2018, и в 2019 году.